Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Не надо рожать рабов этому государству. Водонаева. Водонаева интервью. Водонаева Алена. Дом 2. Друзья, к персонажам из Дома 2 я серьезно никогда не относился. Странные люди, готовые пойти на что угодно ради денег. Я же всегда считал, и сейчас считаю, что деньги, конечно, это хорошо, и без них в наше время не обойтись. Но в жизни есть такие вещи, через которые человек ни при каких обстоятельствах переступать не должен. Именно пока он не переступил это, он и остается человеком. У них же правила игры свои. Алена Водонаева призвала женщин жить для себя и не рожать рабов этому государству. С таким призывом бывшая участница Дома 2 обратилась к подписчикам в Инстаграм. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране. Если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, просто-напросто не рожайте, объяснила Водонаева. Телеведущая заявила, что в России по несколько детей рожают или богачи, или необразованные люди, которых она не любит за безответственность. Водонаева призвала материнский фонд не слушать рекомендации политиков и избавляться при возникновении сомнений в готовности воспитывать ребенка. Получите образование, постройте карьеру, посмотрите мир, заработайте денег, а потом думайте о материнстве. Не надо рожать рабов этому государству, заявила телеведущая. Вот такое резкое высказывание. Некоторые слова я заменил на более мягкие, чтобы видео не заблокировал YouTube, но смысл от этого не поменялся. После этого высказывания она получила примерно половину хороших комментариев, остальную половину негативных. Я же считаю, что в этих словах, как бы горько признавать это не было, какая-то доля правды все-таки есть. А что думаете вы по этому поводу? Спасибо за внимание. Если не трудно, палец вверх или вниз и подписка.